Доброе утро всем! Как я говорила, я стираю вот эти все пледы. Что-то чуть-чуть замолчала, но он его сейчас спел. Смотрите, как у меня уже листик вырос. Видите? И почечка. Надо брать тряпочку, она уже совсем сухая. Чучи, что ты пой? Птичка, не стыдись. Давай. Сейчас прибежит. А, бежит. Да. Чучи, пой, птичка, не стыдись. Что-то как-то ты кривовато. Ну, и всю эту шелуху вытащил оттуда. Намусорил там. В общем, у нас жарко уже. С утра 27-28 градусов. Жара, жара. Сейчас пойду гулять с Чарли. Вот не знаю, машину еще хочу помыть. В общем, планы небольшие есть. Пока позавтракать. Позавтракать надо пойти. Не знаю что. Сейчас холодильник откроем и что-нибудь найдем. В смысле что-нибудь найдем? А чизкейк? Голова дырявая. Сейчас будем пробовать вкуснейший чизкейк. Какая вкуснятина. Надо вот это тоже все съесть. Не выбрасывать же. О боже. О май год. Или как там его? О. Красота. Опс. Пробую. Друзья. Смотрите. Это очень вкусно. В общем, я решила. Поеду в наш парк. Вот. Похожу там. Надеюсь, что там не будет народу. Но до пляжа не буду доходить. Просто, знаете, гулять в маске не очень... Хочется пожалеем, он сейчас уже 30 градусов. И потом пойду помою машину. Мне кажется, уже время наступило, чтобы ее помыть. Ну, такая грязная вообще. Жесть. Поэтому, как бы, что ждать-то? Смотрите, какая она грязная. Это вообще трындец. Видите? О! Вся обкаканная. В общем, ну это к деньгам. Бенга, Сувы. Зачем-то взяла еще один поводок. Бенга, Сувы. Все, поехали. Гулять, да? Поедем гулять? Итак, и вот у нас тут тропы. Это тропа к морю, а там поля гольфа. Интересно, а в гольф они играют тоже в масках? Вообще, типа, индивидуальный спорт без масок. Ну, можно сказать, я сейчас иду спортом занимаюсь, правильно? Вот. Но хотя полиции, знаете, если придраться... Ну, нет, я думаю, знаете как, у нас, если вот сейчас меня полиция встретит вот здесь, они ничего мне не скажут, там, типа, что это без маски или что такое все-таки. Здесь полиция как бы, ну, смотря на кого нарвешься, ну, нормальные. Вот. А... Вот один какой-то велосипедист выехал.
Вот если в массовый, потому что говорят, типа, вот на свежем воздухе, типа, идешь, что ты без, что, зачем маску надевать? Ну, это я сейчас вот иду одна, а через 2 минуты толпа людей, там человек 10, мне навстречу будет идти. Еще через 2 минуты еще человек 5 пройдутся. Поэтому вот нас всех и нарядили в них. Вот. Ну, типа, индивидуальный спорт. Без масок. Ну, а с другой стороны, да, бежит человек. Вот это он дышит тяжело. И его вот эти поцелы распространяются дальше, если бы я иду просто и дышу. Конечно, все это, все пробуют. Все это для нас ново, все пробуют, не знают, что как лучше. Вот. Ну ничего. Вот ищем вот такие вот места, где никого нету, где можно спокойно, свободно гулять, не боясь ничего. И такой вот морской. Воздух прям чувствую, такой свеженький, классный. Меня уже обдувает. Ой, кайфово как. Буду тут ходить туда-сюда, обратно. Ой, а там вот, да, в гольф играют, слышу. Ну, сегодня, в этом году у нас туризм такой, скажем так, местный. Не, хотя, знаете, очень много французов. Очень много французов. Видимо, все французы ринулись к нам. И, наверное, они там тоже. Там просто отель. Находится за этим заграждением отель и вот поля гольф. А это вот фасоль стручковая растет. Ну, ее, походу, уже забросили на семена. Потому что она уже все, и кирдык переросла. Чарли мой радостный. А что бы ему не радоваться? Вы знаете, вот я когда подъезжаю к морю, еще даже его не видно, но он прям чувствует по запаху, наверное. Кстати, мы вчера, представляете, где-то около 10:30 звонит муж и говорит, пойдем погуляем, поедем точнее, погуляем. Я говорю, куда ехать? Потом думаю, да ладно, поехали. Ну, в общем, поехали мы в надежде на пляж, в надежде, что будут какие-нибудь рынки. Вы знаете, у нас по ночам каждое лето рынки бывают разные там, ну, разные какие-то хиппи, вот такие вот. И мы, короче, приехали на пляж. Во-первых, там темнота такая была, что света почему-то не было. Может быть, специально, чтобы люди не шатались. Естественно, никакого рынка нету. Темно. И вообще никто ничего. Ну, барчики были, конечно, открыты, все заполнены. Вот. Мы посмотрели, как все сидят. Мы не ужинаем, поэтому как бы, не знаю, сесть вот так просто ночью. Я знаете как, я такой человек, что очень плохо сплю. И я ко сну готовлюсь с 10 часов. Потом я, если разгуляюсь, то потом мне очень трудно будет уснуть. Вот видите, о чем я говорю. Вот уже люди идут. А чтобы маску туда-сюда не напяливать, снимать, то лучше ее надеть. Но я сейчас на море одним глазом посмотрю, вам покажу и пойдем обратно. Хорошая вода, теплая. Инжир. Ну, что-то, походу, его в этом году тут нету. Вообще ни одного плода нету. Что-то, наверное, в этом году не уродился. Вообще много вот таких деревьев инжирных. Но не знаете, если они не обработаны, они там могут быть с червяками. Вот. Которые вот такие дикие. А с червяками я как-то не очень люблю есть фрукты. Ай, а они так совсем маленькие тут. Смотрите, совсем малепусенькие. Есть плоды, но они совсем там крохотулечки. Поэтому он сейчас такой, наверное, дорогой. Я вообще не любила раньше инжир. Как бы, знаете, не очень любила. А вчера такая, муж смотрит, говорит, а ты что, инжир ешь? Я говорю, ну да.
Говорит, надо у друга спросить. У него, может быть, уже появился. Так вот, вкусы меняются со временем. И то, что нам раньше не нравилось, сейчас с удовольствием уплетаем. Какой хороший ветерочек дует. Сеньор, выходите. Ну вот, как человек теперь, моя авто чистое и блестючее. Две минуты заняло мыть машину. Чего я ее раньше не помыла? Лень. Ну, ехать туда надо. Вот, ехать туда надо, все дела. А там еще постоянно очередь была, а сегодня нет никого, одни велосипеды, представляете? Все мыли велосипеды на мойке. Странно. А машин мало, наверное, все на пляже. Сейчас будем ждать звонка мужа. Он обещал меня сегодня напоить пивом. Это у нас здесь подземная парковка для всех на свете. Мы покушали. Как-то, знаете, не очень понравилось. Внутри так шумно и много народу, и жарко. А на улице еще жарче. В общем, сейчас хотим поехать. Я куплю себе мороженое. Мне нравится в одном кафе мороженое. Там, в общем, зеленое яблоко называется мороженое. Такое вкусное, как сорбет. Вот, а мужу говорю, помойка. Говорю, я этот чизкейк сделала обалденный. Говорю, кофе попьешь. Сегодня просто футбол в 5 начинается, чуть ли не до 10 вечера. Поэтому я сегодня дома опять одна. Здесь футбол каждый день. Это у нас музыкальная школа. Здесь какое-то здание, тоже непонятное. А вот это у нас новый район выстроился, который буквально, не знаю, за 2-3 года. Вот такой новый район выстроили. Я вам уже много раз показывала. А вот там вот за этим домом мы жили раньше. Вот. Расслабуха. Вот такая вот, как ее назвать-то, плошка. Стоит 3 евро. Это зеленое яблоко. Но я его сейчас пока спрячу в морозилку, потому что я хочу чашку кофе. Я себе бодрящую налью. Ага. По-настоящему спою. Какая жара. Я пойду сейчас в душ ополоснусь. Пока я тут осталась одна, потому что, оказывается, сегодня последний день футбола. Потом они уходят в отпуск. Представляете, футболисты уходят на месяц в отпуск. Вообще, какие-то в этом году отпуска странные, да? Мы ушли буквально 2 месяца назад только на работу, а уже все в отпуска ушли. А они 2 месяца что делали? Ну, понятное дело, да, дома это не отдых. Не знаю. Ой, я, в общем, тут вот все цветы половина, которые... Ну, тут вот это вот, который был... Дохлый, я его выбросила. Этот вот расти начинает. Смотрите, даже цвести. Вот этот тоже фикус. Хороший. Это вот Таня, которая мне давала. Фиалочка. Вот тоже начинает расти. Этот вот, я то не поливаю, то засушила. Вот представляете, ну ничего, вот тут вот один очухался. Вот это папоротник. Я не знаю, дохлый он, не дохлый. Ну какой-то у меня сразу не пошел, хотя мне он очень нравился. Ну, как-то он у меня не пошел. В общем, да, вот так цветами занимаюсь от моей герани. Вот что осталось. Трындец капец. Не знаю, выйдет, что тут не выйдет. Даже не знаю. Ну, вроде растет вот тут вот новый. Ну, посмотрим. Вот смотрите, видите, опять начинает чернеть. Вот надо его тоже отрезать сейчас. Ой, не знаю. Вот это вот радость моя. Цветет. Ничего ему не помеха. В общем... И вот этот тоже. Я, знаете, как вот этот поливаю. В общем, я тут уже налила завтра орхидею, буду поливать. Ну как, туда ее бухну, и она там будет поливаться. Потом эту воду я вот туда прям сливаю. Ну не выбрасывать же, правильно? Вот так вот, такими вот делами мы сегодня занимаемся. Вечером я не пойду гулять. У меня сегодня же выходной, сегодня же воскресенье. Хотя я утром хорошо погуляла, прям так, ух. Вот моя
Да, Чуля стоит там такая чистенькая такая. Ой, надолго, правда ли? А то сейчас дождик опять грязевой пойдет, и все, и трындец будет. Ну, будем надеяться. Чуть дала арбузика поесть. У него меню, да, разнообразное каждый день. То шпинат у него, то вчера у него салат был. Сегодня вот у него арбуз. Он так же питается, как и мы. Да, Чуче жарко ему, что ли, рот открывает, не пойму. Или петь хочет. Побрызгать, может, его этим. Устроить ему дождик. Дождик, Чуче, это дождик. Да. Вот дождик какой. Немножко тебя освежить. Вот, классно тебе, свежо. Это у меня для цветов такая прыскалка, просто чистая вода. Все, свежо тебе, хорошо? Может, от жары он так это, может, у него линька фикова знает. Ну, ладно. Вроде на больного не похож. А так, а где этот ревнивец, ревнивец, куда ушел? Куда он ушел-то? Куда-то ушел ревнивец. Чарли! А куда он ушел? Чарли! Где же ты? Где? А куда моя собака ушла? Тут нету. А куда он? Делся. Тут тоже. Он обычно может на кровать уйти и полежать. Может, наверх ушел? Скорее всего, где ему что-то быть. Ну, загорать сейчас. Чарли! О, стоит. Вы посмотрите. Знает, что я его зову. И вот стоит, и вот там вот не показывает вида. Ты что? Я тебя зову? А ему как бы это... Не я. Не, он так может. Я его зову, например. Он лежит на кровати и не подходит. Да? На тебе вкусняшку. Иди. Вот смотрите за вкусняшку какой. Сид. Видите? Но. Пиды. 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 Вот. Вольта. Вот так вот. Тумба. Но. Тумба. 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 Ай, мой вен. Тома. А на улице просто так не будет делать. Не дурак. Ой, буду дальше отдыхать. В воскресенье же. Честно, заслуженный выходной. Ой, как хорошо тут. Поддувает. Мы сегодня два включали. Я говорю, как сейчас улетим, как на вертолете. У меня там, ну как, хлеб не то, что заканчивается, есть еще, но закваски-то нету. В общем, я хочу сейчас пойти начать делать закваску. И все это заснять, чтобы потом вам... рецептик дать, потому что закваска легкая, хлеб получается обалденный и, может быть, вам кому-нибудь пригодится. Да, моя рыба сладкая? Ой, блин. А еще у меня садится батарейка и банный день будет сейчас. Может быть, тогда я пойду банный день сделаю себе там, ну, знаете, побриться, подмыться. Ой, такое говорят на ютубе. Или это. Ну, я же не одна это делаю. Пускай будет. В общем, это, даже смысли потерялись, боже, бессовестная. Ладно, буду заряжать батарейку, а потом уже буду снимать, как делаю заквасочку. И вот она как раз зарядится. Ну что, банные процедуры закончились. Сняла первый день с моей заквасочки, а тут и уже и ужин подоспел. На ужин мне сегодня, в принципе, ягодки. А вот, сейчас еще сериальчик посмотрю. Смотрю сериал, начала смотреть. Тьма, все его прям так это хвалят. Посмотрим. Интересно, неинтересно, не знаю. Ну все, друзья, буду с вами прощаться до завтра. Ай, потому что у нас уже вечер. Сейчас уже буквально через 15 минут будет темно. Встретимся с вами завтра. Ой, у меня завтра кое-какая встреча намечается. Так что не забывайте подписываться. Да, видите, Чуча вам говорит, не забывайте. Вот, и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!